9 июля состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Инженерного института Казанского федерального университета. Поскольку из-за ограничений, введенных пандемией, нельзя проводить массовые мероприятия, церемония состоялась в режиме онлайн. Очно решили поздравить лучших выпускников института. На торжественной церемонии с поздравлениями выступил директор Инженерного института КФУ Наиль Кашапов. Желаю вам успехов, счастья и здоровья. Особенно это важно в этот период пандемии коронавируса, и невзирая на то, что такие сложные условия были у вас при защите диссертации и дипломов, соответственно, это все равно вы с честью вышли из этого положения и хорошо защитились. Чтобы у студентов остались добрые воспоминания, сотрудники института подготовили видеоролик с самыми яркими моментами из студенческой жизни. Затем выступили и выпускники, которые выразили благодарность преподавателям и сотрудникам вуза, а также передали напутственные слова одногурсникам. Самые яркие впечатления за время учебы, конечно же, связаны с концертами «День первокурсника» и «Студвесна», которые у нас проходят в Казанском федеральном университете. План на будущее – это поступление в магистратуру. Также мы разрабатываем сейчас проект, делаем робота-дезинфектора и планируем дальше продвигать проект уже на рынок. Всего в этом году Инженерный институт КФУ окончили 122 выпускника. Из них 41 стал обладателем красного диплома. Главное – не бояться своего дела, главное – искать свое призвание и стремиться к успеху, где бы это ни было, либо магистратура, работа и тому подобное. Ищите работу, где есть творчество, где есть место изобретательству. Тамара Малканова, Диана Желенкова, Фарид Захитаглы, Универ Ньюс.